зашли в соседний двор. Нам женщины сказали, что они дом сжигать не будут, даже предложили миротворцам его российским. Но вот, соседский дом сожжен, то есть тут валяются кишки домашних животных. Я подозреваю, что их зарезали и вывезли все, что возможно. Потому что невозможно было их, наверное, каким-то путем переправить. Вот. Тут стоит запах. Отрубленные головы животных. Здесь сожженный дом. Люди стремятся ничего не оставить турецко-азербайджанской стороне.